Ждать или не ждать? Больше 6 лет в Рязани работает информационная система, которая позволяет пассажирам узнавать, когда на остановку прибудет троллейбус, автобус или маршрутное такси. Корректно работающее табло сегодня – это значительная помощь. Пассажир может планировать свое время или выбрать альтернативный маршрут. Ну, в основном, ну, наверное, те, на которых стоят вот эти вот навигаторы, совпадают. Ну, бывает, как приходят, когда на табло нет, а транспорт приходит. Даже наоборот, допустим, там 2-3 минуты смотришь, а уже транспорт подошел. Оно не всегда верно подсказывает. На некоторых маршрутках нет слежения устройства, поэтому они иногда приезжают впервые. И вот моя 41-я. Я автобус жду. Какой номер? 17-й. Вы пользуетесь электронным табло? Смотрите, когда приедет? Да. 17-й. Сервис анализирует скорость потока, дорожные заторы, остановки на светофорах и выдает точный до минуты прогноз. Мы решили провести эксперимент и засекли время, за которое приедет, например, 10-й троллейбус на остановку площадь Ленина. На табло указано менее 3 минут, и действительно долго ждать не пришлось. Троллейбус пришел вовремя. А что касается мнения пассажиров, то некоторые уже привыкли доверять ресурсу больше, чем своим глазам. Появление такого табло теперь рязанцы ждут и на других популярных остановках города. Я бы даже хотела, чтобы на всех маршрутках стояли такие вот навигаторы. На Полетаево у нас там все-таки такой оживленный пункт пересадок всевозможных, там вот нет. А так вот здесь вот у Радиоинститута, у Дружбы, это вот... Очень нравится. На сегодняшний день экранами оборудовано 116 остановок из 426.